Привет, друзья, с вами Булкин, и сегодня мы поиграем в интересную игрушку под названием Higher Lower Game. В чем суть игры? Я думаю, что, в принципе, многие уже в курсе об этой игре. Значит, нам дается две картинки. Первая картинка, значит, вот, да, сейчас в данный момент это Earth, Земля, переводим. 1 830 000 человек. Ну, примерно, да, ну, статистика, там, все дела. Такое количество человек каждый месяц это ищет. Теперь нам нужно, нам дано вот сейчас вот Andrea the Giant, какой-то гигант Андрей. И нам нужно понять, больше его ищет или меньше. Ну и таким образом далее мы тоже вот так вот, ну я думаю, что вы поняли. Мой лучший результат 12 очков. То есть 12 раз я попадал, потом я сливался. Ну, в принципе, нормально. Поэтому, друзья, сейчас мы будем прямо, вот сейчас будем угадывать. Поэтому, друзья, ставьте сразу лайк. Возможно, еще в следующем мы тоже в будущем это все сделаем. Давайте попробуем. Итак, значит, Андрей Гигант. Честно, мне это ничего не говорит. И, в принципе, я смотрю на него, подсказок тоже никаких ни сразу не всплывает. Поэтому я думаю, что меньше в любом случае его гуглят. Да, я угадал, 301 тысяча в месяц ищет Андрюху Гиганта. Окей, так, Леброн Джеймс. По баскетболу я сразу скажу, я так себе, но я думаю, что Леброна знают больше, чем Андрюху. Поэтому я тут рискну предположить, что больше. Ёпта, вот это баскетболист. Ну, честно, не шарю вообще. Хип-хоп. Ну, хип-хоп и Леброн Джеймс, друзья. 4 миллиона, это, конечно, цифра большая, и тут надо как-то очень грамотно подумать. Подождите, а это не один и тот же парень в хип-хопе и в баскетболе? Просто они реально похожи. Я считаю, что, наверное, хип-хоп ищет больше людей. Серьезно? 673 тысячи ищет хип-хоп? Вот так, вот, в принципе, мой счет 2, друзья. Для начала, мне кажется, это неплохо. Ладно, мы не сдаемся, мы идем дальше. Итак, друзья, шоколадный торт против тейбл пенис, теннис. Значит, получается у нас настольный теннис или шоколадный пирог? Ну, кекс. Ну, в смысле, не кекс, ну вы поняли, короче, вы торт, да. Шоколадный торт, я думаю, ищет 300... Ну, я думаю, что больше теннис ищет. Сука, ну что ж такое? Чечен Ица против диабета. Я думаю, что диабет больше гуглит людей. Да, 1 220 000. Ну, не хотелось бы, что... Давайте мы все будем рассчитывать, что диабет будут искать меньше людей. Goldman Sachs. Сахс. Ну, это какая-то башня, видать, да, судя по всему. Честно, я не гуглил ее ни разу. Думаю, вы тоже. Поэтому, честно, значит, в России проживает больше людей, наверное, чем в городе, где этот находится, или в штате Goldman Sachs, а может быть, это вообще не в Америке. Ну, я думаю, что меньше ее гуглят. Yes. У нас уже 2 очка. Шарапова против Goldman Sachs. Ну, я думаю, что Шарапову ищут меньше людей. Блять, да что ж такое-то? Так, Bahrain против Street Fighter. Ну, я думаю, что Street Fighter это просто уже, блядь, классика. Поэтому тут, наверное... Не, как бы вы понимаете, что мой лучший результат, я вам не соврал, вот он, 12 очков, опять же. При этом мы должны хотя бы приблизиться к этому, но пока что больше двух я не могу. Французский бульдог или мать Тереза? Я думаю, мать Терезу больше ищет людей. Да что ж ты будешь делать? Вот сейчас, друзья, я просто должен максимально. Я думаю, что вот в этом случае, вот просто я вот сейчас максимально... Тихонько. Во, вот это, мне кажется, реально противостояние. Тут, знаете, два масштабных таких это, но все-таки чайно, мне кажется, ищет еще больше людей. Да что ты будешь делать? Максимально сосредоточился, реально. Попробую. Сайт знакомств против Стивена Спилберга. Стивена Спилберга, я думаю, ищет все-таки больше людей. Да. Да, да, тут я прав, черт возьми. Джордж Майкл. Ну, слушайте, тут, конечно, интересно, потому что я уверен, что... Вот мне, например, вообще это, опять же, ничего не дает. Что-то вообще даже не на слуху. Хотя, может быть, здесь фотография еще не очень удачная. Но такое ощущение, что... Вот мне кажется, здесь подвохом. Я нажму higher. Я... Ну, равное, смотрите. Уранус, друзья. Итак, что больше, Джордж Майкл или Анус? Я думаю, что Уранус больше ищет. Реально. Даже, ну как, ну почему это подстава все? Реально все подкручено. Ладно, это уже реально не смешно. Эд Ширан или баскетбол? Баскетбол, конечно, 100%. Да, да, черт возьми, вот тут я прав. Макс Фак, ну вот опять они специально вот меня хотят, да, чтобы как бы у меня реально было вот такой вот, я метался туда-сюда. Слушайте, ну учитывая, что Макс Фактор, я не знаю, но это нормально, эта тема-то, да? Ну, в смысле, я, конечно, не пробовал, слава богу, но такое ощущение, что... Не отстает от баскетбола, но что-то вот тут мне сложно, серьезно. Я даже, может, lower. 135 тысяч? Да.
Так, это у нас что? Это у нас этот, что ли? Как его? Бифалярус? Нет, сейчас. Эдвард. Блять, как его зовут-то? Издевайтесь, вылетело из головы-то этот. Сноуден. Нет, сейчас. Ди Каприо, да? Это же Ди Каприо. Какой-то такой, знаете, немножко... Ну, какой-то фильм, я думаю, что его больше ищут. Еее, Departed, хрен знает, серьезно, не смотрел. Будвар, так. Ну, это типа пиво Бад. Ну, кстати, что я тут делаю? Ну, ладно. Я думаю, что больше ищут. 9900? Нет, хорошо, Бадвар? Я тоже, я бы не загуглил, я бы загуглил просто Бад, но... Так, друзья, все-таки давайте вот мы сейчас... Ну, вот, ну не смешно. 3 очка, максимальный результат за сегодня, это слишком плохо все. Волейбол или... Охио Стадиум. Такое опять же ощущение, что с подвохом. Но, наверное, все-таки я очень рассчитываю, что стадионы тыщут меньше. 8-100. Ну, вот сейчас нам должно быть легко. Рок! Еее, рок. Друзья, ну тут по-любому, правда, это не в этом смысле. Ну, все равно, The Rock, окей. 1 200 000. Так, татуист. Татуист. Да, ну, я думаю, что, слушайте, опять же, сложняк пошел, потому что больше. Вы понимаете, самый прикол этой игры в том, что ты реально... Не ожидаешь. Тебе кажется, что примерно одинаковое количество людей, а потом бах, там разница в лям. Ну, зеленую милю, мне кажется, ищут больше. Мне кажется, этот фильм очень многие смотрели, но все равно, знаете, такой отрывчик. О, господи. Нет. Ну, я думаю, что больше. Я конечно, не искал, слава богу, опять же, как и Max Factor, но если бы я был... то я, наверное, бы искал. И давайте мы побыстрее как... О, господи, что за ужасная статистика. Мать моя. Слава богу, женщина. Давайте побыстрее. Я, к сожалению, хочу рассчитывать, что больше. Но, по-моему, меньше. Да, все, уйди, пожалуйста, мужик. Или оно. Он, ладно. Так, значит, ну, вот тут вот уже сложняк пошел. У нас 3 очка, друзья. И больше. Сука, ну почему я так хорошо шел? Ага! А теперь мы начали новую игру, а я знаю, что тебя уже искало, сколько людей, значит, ты... 7-4, я помню, что тебя мало, так что... Так, Рэкиум... Кстати, хороший фильм. Очень хороший фильм. Реально, очень хороший. Если вы не смотрели, посмотрите. Вот очень. Мне прям вот... Ну, я очень... Да, я думаю, что его много искал людей. Реально. Хотя, знаете, что мы не учитываем? То, что это статистика за месяц, не постоянная, не за все время. Надо учитывать это. То есть какие-то вещи уже, скорее всего, не так популярны и так далее. Ну, мне кажется, что больше. Вы понимаете, да, то, что как бы мои... Вот, блядь, Wells Fargo, что это? Это что такое вообще? Почему 16600? Кто его в этом месяце искал? Damn. Ладно, George Best. К сожалению, я думаю, что его искало меньше людей. Хотя, понятия не имею, что такое Wells Fargo, серьезно. И ты, вот кто такой Питер Кей? Окей, ладно, Джордж Бест у нас это футболист. Кто такой Питер Кей? Мне хочется загуглить, серьезно. Я вот сейчас вот просто вот нарушу все законы и пойду загуглю, кто такой Питер Кей. Слушайте, ну я не углублялся, но это какой-то актер. И судя по всему, его особо много людей не искал. Чё-то я икать начал, мне это не нравится. Я очень надеюсь... Фух, слава богу, окей. 2 очка у нас есть. Шанель, конечно, больше. Тут базара нет. Мне кажется, Шанель это тоже... Хотя Max Factor я тоже так думал. А что такое Identity Shift? Чё? Подождите. Это у нас похищение что? А, ну я думал, это может быть какое-то устойчивое выражение. Но это так и переводится. Типа кража личности, окей. Ну мне кажется, что меньше. Слава богу. Так, 4 очка у нас в кармане. Starbucks. Конечно же, Starbucks важнее в нашей жизни, нежели кража личности. К сожалению. Поэтому... Вот! 7500, друзья. Это уже... О, господи. Россия против Starbucks. Вы серьезно? Россия против Starbucks. И я сейчас уверен, что если я нажму больше, мы проиграем. Поэтому я должен очень хорошо подумать. К сожалению, к счастью... Не знаю, серьезно, я не... Ну, мне, конечно, ну, я очень рассчитываю, что, ну, блин, ну, как бы, даже многие, наверное... Ладно, Хая. 1 500 000 людей в месяц гуглят Россию. И 7 миллионов, опять что-то я в тысяче, 7 500 000 людей гуглят Starbucks. Я очень много узнаю из этой игры.
Так, подождите, фостеринг это у нас типа, по-моему, типа взаимопомощь или типа что-то такое, да, переводится как-то типа не сближение сейчас это слово, как оно? Ну, типа содействие, что-то такое. Ну, взаимопомощь, да, по-моему. Ну, блядь, что-то такое, если я не ошибаюсь. И ладно, Red Bull больше, конечно. Угу. Ну, не намного, опять же. Ну, как бы, ну. Вот опять подвох в этой роже. Опять здесь точно подвох. И вот в этой роже тоже подвох. Я уверен на 100%, что, опять же, это какой-нибудь сейчас супер китайский Наруто фильм. Японский этот, корейский. Который вот это вот Наруто, Хуюта, все дела. Я ни разу не смотрел эти аниме. Это что-то такое. Я уверен, что сейчас, небось, это пользуется популярностью. И вот это вот опять вопрос с подвохом. Для таких, как я. Я нажму, что меньше. Нет, смотрите-ка. Ну, все равно, вот... Так, Glastonbury фестиваль. Мне что-то кажется, что никто его не гуглит. Да, 60 тысяч человек. Так, хорошо, начало неплохо. Old Boy, ну, конечно, больше. Old Boy, ну, даже звучит как круто. Смотрите, я бы тоже случайно сейчас написал в гугле и загуглил, что такое Old Boy. Блин, у меня такое же, на самом деле, лицо с утра. Ну, похожее. Ну, слушайте, тут, конечно, интересный вопрос. Но мне кажется, что, типа, простуду больше гуглят, на самом деле, чем Old Boy. Я, ну, как бы, хотя, опять же, сколько... Ну, почему?! Я почему-то... Вот да, вот у меня точно такое же лицо сейчас, серьезно. Терроризм, я думаю, что гуглится больше. Yes! Мне уже нравится сначала. Пакмен, конечно же, больше. Я даже думать не буду. Тут, понятное дело, 5 лямов, друзья, посмотрите. Джон Левис. Ну, мне кажется, что меньше. Ну, реально. Если он там не открыл кучу магазинов этих, или что это вообще такое? Если... Оу, щит, я был на грани. Санторини. Я думаю, что Санторини гуглили намного меньше людей. Раза в 2 точно. Давайте посмотрим. О, ну даже в 5 раз. 4 очка. Цунами индийское. Вот опять с подвохом вопрос. Стопудово. Потому что у нас было цунами какое-нибудь индийское в Индийском океане недавно. Потому что это все от этого. Я, по-моему, не помню такого. О, 8100. Хорошо. Честно, я не знаю, что это значит. И гуглить мне тоже особо не хочется сейчас. И я предполагаю, что, к сожалению, больше людей ищет это. 74 тысячи. Что это вообще? О, спаниель. Ну, я думаю, что эту милоту ищет больше людей, нежели вот это. Ну, потому что, ну, что вот вам приятнее смотреть? Вот, ну, как бы тут мне кажется, что, да, надеюсь. Yes! Уже 7 очков, друзья. Мы, кажется, идем на... Так, Амстердам. Мне кажется, больше все равно людей Амстердам. Да, друзья, мы идем на рекорд. 8 очков. Вот! Вот теперь идет бат. Это уже другой, правда, бат. Вот это уже настоящий бат-вайсер. И знаете, мне кажется, что его гуглят еще больше людей, чем Амстердам. Сука, вот тут вот и... Как можно было облажаться? Вот, ну как можно было облажаться? Ладно, друзья, давайте последний раз вот точно сейчас попробуем. Больше 8, чтобы мы набрали. Дэвид Финчер против Египта. Ну, конечно же, я думаю, что здесь Египет выигрывает. Да, причем не намного, как странно. Ну, наверное, потому что сейчас людей меньше летает в Египет, но все равно. Боб Дилан, конечно же, больше, чем Египет. Да. Да, да, да. Хотя, опять же, может быть не так актуально, но все равно. Секрет. Причем The Secret. Ну это типа, что, это у нас что, подождите? The Secret. Это у нас производство чего или что это вообще? Ну это же не секрет имеется в виду, а The Secret. То есть конкретно вот это вот даже нарисовано что-то. И я боюсь сейчас ошибиться, ну, наверное, меньше, но опять же, это возможно что-то очень крутое там и... Фух, меньше, 450 тысяч. Протеиновый коктейль! Ну, мне кажется, что больше. Сука, ну все, короче, я сегодня не в ударе, друзья. Но, в принципе, наш рекорд 8, просто лучше. Пишите обязательно в комментариях, какой ваш рекорд, друзья. Ставьте лайк, если хотите еще в будущем, чтобы мы с вами поиграли в эту игру. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, друзья. До новых встреч, всем удачи и всем пока.